сольный концерт во дворце Гейдара Алиева. 13 февраля, два года назад, замечательный концерт, полный зал, и теперь я с удовольствием приеду в рамках фестиваля «Жара». Я буду в Баку, и для меня это один из любимейших городов в мире. Ваше гостеприимство просто что-то невероятное. Мне устроили такой день рождения, это один из памятных, из памятнейших дней в моей жизни. Я думаю, что фестиваль «Жара» я тоже запомню надолго. Я везу с собой своего сына, он очень хочет посмотреть ваш город, вашу культуру. Я очень хочу на Каспий, у меня даже есть об этом целая песня «Люби меня долго», о том, что невозможно, чтобы не в Каспий Волга воды свои несла, поэтому меня с вами связывает, в общем-то, и даже и творчество. И очень много друзей, и семья Эмина, и вообще я очень люблю Баку, действительно так, это от всей души, с удовольствием поеду, и много-много чего еще хочу посмотреть, я очень хочу познакомиться более досконально с культурой и с достопримечательностями. Я могу сказать, что я уехала, не обойдясь без шопинга, абсолютно точно. Красивейшая женщина. Ну а комплимент от женщины – это самый главный комплимент. Я всегда за творчество, только если песня будет моя. Прекрасно. Меня очень часто принимают за кавказскую женщину. Вот. Почему-то, не знаю, я похожа.